Здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана, и я расскажу, как поменять вот этот вот фон. Ну реально уже задолбал, да? Хочется что-то свое, что-то прикольное. Поэтому с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. Ну что, начинаем? Ну поехали, выходим, значит, из Counter-Strike. И первое, что нам нужно сделать, это найти подходящий видеоматериал. Я заходил просто в интернет, допустим, YouTube, писал. Футаж для чего-то там. Ну, я написал футаж огоньки. И у меня получилась вот такая интересная штука. Смотри, что нашел. Прикольно. Выглядит, мне кажется, нормально. Ты можешь написать все, что угодно. Футаж, взрывы, огонь, взлеты и так далее. Все, что... Вот реально, все, что захочешь. В интернете уже все есть. После чего, когда мы нашли нужный нам материал, мы запускаем видеоредактор. У меня это Adobe Premiere Pro. Ты можешь использовать Sony Vegas, Mavavi, да там куча всего. Я не знаю, Movie Maker еще остался там с XP. Можешь даже его использовать. И нам нужно просто обработать этот файл. Пишем, чтобы понятно было, чтобы не потеряться фон. Для Counter-Strike, ну ты понял. Так, копируем сюда. Так, логотип сразу, кстати, можно вставить мой. И сразу, так, где наша, вот он. Сразу говорю, не больше 30 секунд. Вытаскиваем на таймлайн. Ля, какие слова у меня. Делаем до, это 45 секунд, а нам надо примерно секунд 30. Так, показывает 27, 28, 29, ну пойдет 29 секунд. Также можно добавить сюда логотипчик. Логотипчик растянем на все та же самые 30 секунд. И после чего нам все, что нужно... Ну, логотип выглядит... Давай его сдвинем маленько вот сюда. Это делается все просто. Вот так. И чтобы не было такого ядерного, давай наложение сделаем, к примеру. Так, идет просто наложение. Выглядит прикольно? Я считаю, да. Напиши в комментариях, заходит или нет. И, кстати, это я просто для примера тебе показываю. Там можно сделать что-то нереальное со своим ником и так далее, и так далее. Я просто тебе наглядно показываю, как легко и просто заменить фон. В общем, продолжаем дальше. После того, как мы сделали уже готовый материал, в принципе, мне этого достаточно, смотрим, как это выглядит. Пойдет, пойдет. Теперь Ctrl-M, ну, лично у меня в моей программке. Готово. Теперь выбираем AVI формат. И, да, не, на самом деле, не обязательно какой формат, но лучше AVI, AVI более-менее подходит. И экспорт. Короче, ждем теперь немножко времени. Сами видите, полоска идет. Ну, а тем временем я скажу, что у меня есть группа ВКонтакте, где есть куча годных мемасов касательно Counter-Strike, да и не только. Поэтому залетай туда, ссылочка есть в описании. Итак, готово. Это, в принципе, можем закрывать, на всякий случай сохранить, вдруг что-то у нас пойдет не так. Что мы делаем дальше? Мы заходим в Яндекс, либо в Google, либо где-то там еще юзаешь это все. Пишешь конверт видео онлайн, конвертер видео онлайн, да и прочее, неважно что. Главное, что вышел сайт, так, к примеру, вот такой, смотри, галочка показывает, значит, это нормально, значит, адекватный сайт. Ищем здесь WebM, теперь файл, находим наш, который AVI, который мы сделали только что. Загружаем сюда, выбираем HD 1080. В настройках мы особо ничего трогать не будем. И нажимаем конвертировать. Можно убрать звук, кстати, чтобы нам не мешало это. Поехали. Итак, скачать, посмотреть, как это выглядит. То, что нужно, работает. Работает. Что теперь делать дальше? Шапочку сейчас, секунду, поправлю. Продолжаем. Нажимаем на Steam. Находим библиотеку. Counter-Strike, свойства, локальные файлы, посмотреть локальные файлы. Здесь мы находим CSGO и заходим в панорама, видео, и здесь все видео, которые есть в Counter-Strike. На самом деле можно это все удалить, и у тебя просто будет черный фон, если ты не хочешь, чтобы у тебя там на заднем фоне всякая сирока была. И, кстати, нам нужна именно сирока, а именно вот эти 6 видео. Вставляем сюда. Теперь что делаем? Мы просто возьмем название и будем вставлять сюда. А потом просто это все заменим. Итак, у нас есть копия 2, 3, 4, 5. И надо еще одну. 6. Все, те же самые 6. Мы одну сделали, сироку. Пойдем следующую. Переименовать. Вставить. Заменить. Переименовать. Вставить. Заменить. Ну и так далее. Готово.
Теперь что мы делаем? Мы удаляем все вот эти файлы, которые нам не нужны. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все они. И теперь просто убираем двоечки. Готово. Ну что, осталось теперь только запустить Counter-Strike и посмотреть, что мы в итоге сделали. Сразу говорю, в первые моменты, когда ты только загрузишь этот экранчик, он будет у тебя лагать. Дай ему минутку, может быть две, чтобы его отпустило. И после чего? Ты посмотри. Ты посмотри. Название посмотри. Надо название ролика так сделать. Ты посмотри. Ну, ребят, рабочая тема. Реально рабочая тема. Поэтому желаю каждому сделать какую-то свою крутейшую заставку. Ну что, я с тобой прощаюсь. А с тобой был Серега Терехин. Сайбербанана. И, кстати, посмотри вот это видео. И залетай на стримы. Пока-пока.